Срок разложения пластикового пакета, причем даже давным-давно выброшенного, от 100 до 500 лет. Именно столько непонятная субстанция будет находиться в земле. И ежегодно в мире таких пакетов выпускается 5 триллионов. В Алекминском районе к этой проблеме решили подойти довольно необычно. Просто на обмен. У нас акция «День без целлофанового пакета». Давайте все перекладываем. Помогите переложить. Просто пакеты гниют 100 лет, а мы вам предлагаем Михаил. Для многих изумленных жителей города день удался. У одного из наиболее посещаемого магазина группа школьников тут же на месте заменяла пластиковые пакеты на добротные сумки из прочной ткани. Акция «Планета без пакета» востребована и не только потому, что этот год объявлен годом экологии, но и потому, что сумки из ткани действительно намного практичнее. Служат на порядок дольше, прочнее и даже в конечном результате не становятся пластиковым мусором. Первыми акцию провели ребята из школы номер 1. Скоро выйдут и другие, а в первой школе это не разовый шаг. И мы еще присоединяемся к республиканскому детскому движению «Дарю Сардану». То есть движение объявлено по всей республике, и в течение года мы должны провести 25 экологических дел. Более 60 сумок в этот день заменили пластиковых собратьев. Конечно, это не решит проблемы, но если такие акции подвигнут жителей заменить пластик на ткань уже самостоятельно, итоги не замедлят себя ждать. Бесплатно, давайте приложим ваши продукты, красивые сумки, чтобы мы подарим пакет на новый. Давайте поменяем пакет. Или такое. Давай сохрани родную планету. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Алекминск.